Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим вот такие красивые шоколадные кексы. Рецепт совсем простой, без миксера, но все же такие шоколадные маффины получаются далеко не у всех, поэтому я хочу поделиться с вами некоторыми секретами их приготовления. Итак, для начала нужно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, особенно яйца и молоко. Когда я достаю молоко сразу из холодильника, я его ставлю буквально на 30 секунд в микроволновую печь. А яйца я просто достаю из холодильника заранее, минут за 30 до приготовления кексов. Замешаем тесто. В миску выбиваем 2 яйца, добавляем 1/2 чайной ложечки соли и сахар. Взбиваем венчиком в белую пышную массу в течение 5 минут. Можно это сделать миксером. Но это совсем не обязательно. Делайте, как вам удобнее. И теперь подготовим муку. В 220 грамм муки добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и 45 грамм темного несладкого какао. Это 4-5 столовых ложек. И все хорошо перемешиваем. Муки может понадобиться чуть больше или меньше. Нужно ориентироваться на консистенцию теста. Далее шоколад, у меня 100 грамм, мелко порубим ножом, можно использовать готовую крошку от шоколада. И отставим в сторонку. Во взбитые с сахаром яйца добавляем 1 стакан молока и 70 мл растительного масла без запаха. Добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили и хорошо перемешиваем венчиком. И затем постепенно в несколько раз начинаем просеивать рассыпчатые ингредиенты. И замешиваем тесто. Друзья, полное количество всех ингредиентов я вам оставила в описании под видео. Также не забывайте подписываться, пишите мне ваши комментарии, это помогает продвижению моего канала. Время от времени не забываем зачищать края формочки и продолжаем перемешивать. По консистенции тесто должно получиться как густая сметана. Оно стекает ленточкой с венчика. Добавляем порубленный шоколад или шоколадную крошку и перемешиваем еще раз. На данном этапе духовку уже можно поставить разогреваться на 180 градусов. Подготавливаем формочки. У меня сегодня силиконовые. Можно пользоваться любыми, даже металлическими, или вот таким образом для большего удобства ставить бумажные капсулы в формочки. Заполняем формочки на 2/3 части тестом. У меня получилось ровно на 17 штук. Аккуратно все перекладываем на противень, чтобы ничего не разлить, и отправляем запекаться примерно на 20-30 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. В моей духовке кексы запекались ровно 30 минут. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки. На выходе она должна быть сухая. Готовым кексам даем остыть буквально 5-10 минут и затем достаем их из формочек, чтобы они в них не прели. Получается очень-очень вкусно. Давайте же разломаем один и посмотрим, какой он у нас получился внутри. Шоколадные маффины – это просто какое-то наслаждение. Получаются они пышные, нежные и очень-очень вкусные. Ставим чай, кофе и наслаждаемся. А еще я люблю полить сверху кексы сгущенным молоком, но это уже для сладкоежек. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием и до новых встреч! С вами была Виктория.